Продолжаем выпуск. Завтра в области пройдет очередная донорская акция. С подробностями Сергей Замчалов. 26 февраля 2021 года с 8 до 12 часов в 5 подразделениях Центра крови Саратовской области пройдет донорская акция «Доноры Поволжья. Помощь рядом». Данный проект стал победителем в специальном конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года. Мероприятие направлено на информирование доноров о дополнительных мерах защиты и поддержки в период распространения COVID-19 и сезонных ОРВИ и грипп. В день донации доноры обеспечиваются дополнительными средствами индивидуальной защиты, это маски и ДЭС-средства, с помощью автоматического оборудования. Также они получают индивидуальную ручку и нами предусмотрены памятные сувениры, которые будут получать доноры. Это футболки, блокноты, пакеты и так далее. Акция пройдет в следующих подразделениях Центра крови. Город Саратов, улица Гвардейская, 27, Энгельс, улица Весенняя, 8, Балашов, улица Шоссейная, 9А, Вольск, улица Львова, Роща, 1, Балакова, улица Минская, дом 65. Приглашаем всех доноров к участию в данной акции. Замчалов Сергей Владимирович, директор АНО «Донор Волга». Выпуск продолжит.